ребятки, всем привет! Сегодня у нас Хэллоуин, да, ребят? Как быть праздником Хэллоуин? Что у нас? Сейчас идем покупать тыкву и свечки, да, ребят? Мы уже поехали на базар, да, ребят? Да. Покупать тыкву. Тыкву скупить, да? Да. И свечки, да? Да. Ну все, едем, да, ребятки? Марсель, мы уже вернулись, сейчас уже вечер. Мы купили тыковки, ребят. Сейчас, вот это у нас первая. Так, вторая, да, в пакетике. Сейчас третью будем вырезать, да, Марсель? Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И вот свечки. Вот там вот еще две. И это много здесь очень. Все, сейчас будем маленькую вырезать, да? Завтра все уже вырежем, потому что у нас сейчас гости, ребят. Сейчас мы будем вырезать вот эту вот тыковку. Сейчас ее протерем от пыли, да, Максим? А завтра все вырежем, да? Да, пока сегодня это, да? Ребятки, сегодня мы будем вырезать вот эту маленькую тыкву. Мы уже ее чуть-чуть протерли от пыли, да, ребят? А завтра первого будем все вырезать. Сегодня гость у нас, да? И вот мисочку подготовили, чтобы все отходы, да? Ребятки, мы уже вырезали тыковку, поставили свечку. На тыковку. Свечку. Все, вот нормально, ребят. А мама еще. Ребятки, мы зажгли опять вот свечку там. Надеюсь, не потухнет она уже. Ну вот так вот у нас получилось, ребят. Думаем, сейчас вторую вырезать. Для Марселя, да, Марсель? Да, да, и хави. А вот это вот Милорда, да? Похоже на него? Ребятки, вот, короче, наша сейчас вырезанная тыковка. Видите, вот эти вот, ребят? Это потому что не мог вырезать вот эти. Пришлось вот такие вот надрезики делать. Это вот наша первая. Крышечка, все вот нормально. Вот такая вот получилась. И вот вторая. Еще хотим, да, вырезать? Марсель, будем еще вырезать? Да. Давай одну вот вырежем, да, ребят? Вырезать, Марсель? Давай для Милорда, да? Или для тебя, да? Без разницы. Это вот такая вот у нас первая. Да, а ты я хочу вот эту. Эту хочешь? Да. Это для тебя, да? Да. Ну, давай свою, да, сейчас? Вот это. Ну, давай, сейчас будем открывать. Сейчас. Ребятки, мы все подготовились, вот. Сейчас будем вырезать. Марсель подготовился. Да. Стульчик. Ну, все, сейчас будем вырезать крышечку. Ребятки, нам помогает сестра. Давай, Регина. Ребятки, вот Регина вырезала макушку. Ребятки, вот я уже это отрезал. Твердая. Сейчас вот это все будем убирать, это вычищать. Покажу уже результат вырезания, что я вот это вырезал. И будем приступать вот это вырезать. Ребятки, вот я уже вычищал вот это все внутреннее. Вот смотрите, сколько здесь было. Все подровнял, ребят. Вот сейчас будем уже вырезать. Ребятки, третий этап уже тыковки. Вот такой вот рисунок будет. Вот это вот лицо вот будет. Вот эти. Вот такие. Не вот эта вот волна, а вот эти вот. Вот это снизу и вот этот сверху. Вот такая. Вот как в телевизоре, ребят. Вот такая вот будет. Сейчас вырежем, ребят. Ребятки, мы уже сделали нашу тыковку. Вот она вот такая.
Готов. Сейчас приключу свет, принесу вторую тыковку. Ребята, карай. Нормально идешь? Ребятки, вторая уже готова, вот она. Вот так вот у нас получилось, ребят. Первая, вторая. Я сейчас вторую, соберу я свечки. Посмотрите бис. Не трогайте. Ребятки, вот наша, сейчас что мы сделали. Тыковку. Вот наша первая. Ну, первая так себе, да? Вот вторая. Страшная, да, ребят? Ну, вот так вот получилось. Продолжим завтра, ребят. И вот наши свечки. Продолжим завтра уже, ребят. Привет, ребят. Сегодня мы будем вырезать тыквы на Хэллоуин. Со мной Милуш и Милана. Всем привет. Погнали. Начинаем вырезать макушечку, чтобы там отходы у нас нужно оттуда их вычистить. Семечки нужно их вычистить. Так. Начинаем. Потолще делаем чуть-чуть. Я буду делать фломастером все аккуратно. Вот так лучше поставим. Сейчас. Я уже себе пометочки сделала, начинаю вырезать. Ребятки, я уже вырезал вот макушку уже, первые, закончил. Не хвалися, да? Это сейчас уберу. Вот это вот чуть-чуть осталось, неровно. Ребят, я помог Милане, она уже сделала, сейчас а она... А он мне не помогает. Сейчас она выравнивает крышечку, теперь сейчас отходы будем вынимать. Семечки. Вот это маленькое. Ребят, вот это углубление нужно уже делать маленькой. Это опасно. Ребят, мы делаем вот такие вот углубления, потому что она очень жесткая вот сверху. Вот это же очень трудно вот это вырезать. Ребятки, мы удалили семечки из тыков. Вот они вот у нас вот так получилось. Вот так вот все очистили. Сейчас будем вырезать рот, да, Милуш? Да. Носик. Вот. Здесь вот будет картинки, ребят, вот здесь или вот здесь. Смотрите, вот Милуша, вот так он вот будет вырезать. И вот моя, смотрите. Сейчас будем рисовать. И вот Миланина тыква, сейчас покажем, ребятки. Сейчас, она очень красивая, да, Милуш? И очень страшная. Нет, вот такая вот у меня получилась. Вот такая вот внутренность, очень красивая тоже. И вот такая вот крышечка, ребят, вот. Ну она чуть-чуть немного не растет. Короче, я уже сделала глаза, только рот остался. Так, я буду вырезать. Давайте будем вырезать вот, не знаю, вот на как, вот здесь, да, может? Не-не-не, подожди. На каком вот можно? Вот здесь, где тонкая часть,
Или тонкая? Можешь, или возьмем вот так обрежь. Давай подровняй это чуть-чуть, да, Милуш? Да, сейчас мне... подровняем мы, ребят. А я буду вырезать уже. Да, Милуш подровнял, сейчас я буду. Я, ребят, подровнял вот так, Милуш, нормально или и кривовато чуть-чуть? Или более-менее? Сейчас. У нас все руки желтые, ребят. Ну-ка, покажи, Милуш, твои руки. Вот это вот. Вот эти вот желтые все руки. Очень стараемся, Милуш. Мы заслуживаем лайка, да? Конечно. Вот, ребят, очень стараемся. Но, к сожалению, у нас не очень часто видео, да, выходят? Да. Не получается оно. Так, Милуш, где лучше сделать? Думаю, вот здесь, да? Где тонкая? Вот это где тонкая, потому что ну, лучше будет вырезать. Не знаю, где тонкая. Здесь вот зеленая, не очень. Вот здесь тогда, вот Милуш, вот здесь. Здесь красиво будет. Ну, нет. Да, можно здесь. Все, ребят, буду делать вот здесь. Сейчас будем рисовать. Вот я вам на экран все это выведу. Так. Где буду делать я? Здесь, да? Или где? Не помню. Вот здесь, да? Что-то? Да, да, вот да. Здесь, да? Так, вот берем. Сейчас будем рисовать. Самая красивая штука у меня. У Милуши, вот, да. Вот, у него вот. Реально очень красиво получилось. И вот моя... Сейчас, ребята, уберу миску. И вот моя вот тыква, ребят. Не знаю, у меня так себе, да, чуть-чуть? Да, ну, не так красиво, ребят. И вот наша вчерашняя тыква, мертвая. Ребят, короче, у нас тоже вот такие тыквы есть. Одна и вот вторая. Мы с Миланом решили... Вот еще, ребят, три, первая... Третья, четвертая, пятая. Еще там две. Короче, в итоге 7 штук. Мы будем, короче, их сейчас вырезать. Вот эти две осталось и все. Ребятки, мы уже очистили тыквы от семечек. Вот, ребят. Шапочки отрезали, отставили. Вот здесь они вот у нас. Все убрали, да, Милуш, да. Почистили. Вот сейчас уже будем рисовать, точнее, вырезать личико. Да, будем сейчас вырезать. Я буду, наверное, вот здесь вот вырезать. Ребят, буду делать вот это вот. Я ему говорю, он это не сможет. Прикреплю вам рисуночек, ребят. Вот на этой части буду делать. А у меня жизнь баран. Всем сердечным салам. Так, а сюда иди. Мастер покажет, как делать надо. Ребятки, вот такие вот у нас получились тыквы на Хэллоуин. Мы это делали с Милусом и Миланой. Вот такие вот получились. Здесь 7 штук. Очень красиво получилось. Ну, с шапочками чуть-чуть под размер не подошли. Особенно у Миланы. А вот так вот у нас вот получилось. Очень красиво. Давай скажем, кто... Вот это я делала. Кстати, вот сюда. Вот это я делал, очень классный. И вот этот. Угу. Две сделал Милуш. Да. Потом ты вот это сделал. Это Милан. И вот ты еще и вот маленькую, это. Да, вот эту, да, я сделал. Да. Потом это Милана вот это. И вот эти две сделал я вчера, да. Что я с вами делал. Три сделал я, две сделал Милуш и одна Милан. Thank you.
Ребятки, еще забыла вот снять со свечками. Сейчас сниму. Ребятки, сегодня 31 октября, вот так я вот украсил дом на Хэллоуин, вот так вот очень красиво, вот такие вот лица, вот так все очень красиво, ребят. Ребятки, вот так я вот разукрасил лицо, вот Милорда и вот Марсель. Мы играли в бабку Гренни, вот у Милорда. Ребят, я взял биту Милуша, чтобы поиграть с ними в Гренни. Ребят, я уже пойду смотреть с Милордом и Марселем мультфильмы, и мы будем уже заканчивать этот влог. Всех целую, обнимаю, пока. Ребятки, мы спокойно смотрели с Милордом и Марселем мультфильмы минут 15, и я услышал какой-то, ребят, за дверью какой-то странный звук. Сейчас я пойду проверю. Мне очень страшно такие, ребятки. Кто это, ребят, вот слышите? Where are you? Ребятки, а где бита наша была у Милорда? Куда она сидит? Милорд! А какая она идет? Грей идет? Where are you? Do you want to play hide and seek? I see you. Ребятки, я вот сейчас иду проверить, прям какой шум вот говорю. Они меня сейчас разбуди, сейчас включим свет и будем искать Грей, да? Милорд, она, наверное, пришла, ребят, за своей битой и хочет с нами поиграть. Давайте мне, да, лучше? Давайте мы тут спали. Здесь, значит, ты сорвал. Ладно, свет, быстрее. Where are you? Do you want to play hide and seek? I see you. Ребятки, если вам понравилось это видео или видео такого формата, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Жмите на красную кнопочку подписаться, вот она, и не забудьте колокольчик, чтобы первые смотрели наши новые видеоролики. И на наши инстаграмы. Вот мой инстаграм, вот их инстаграм. Оглы Милан и Милорд Марсель. Обязательно подписывайтесь. Да. Ссылка на все наши соцсети в описании. Обязательно подписывайтесь. Если вам понравились такие видео, мы обязательно вам снимем продолжение. Пишите в комментариях, если вам это понравилось. И, ребятки, с праздником Хэллоуина. Мы всех вас любим, обнимаем. До новых видео.